Хорошая победа, 5-0. Вратарь, ничто, все сработало сегодня, в большинстве забили, поэтому впечатления положительные. Чуть-чуть порадоваться и готовиться к следующим играм. Сегодня забросили свою дебютную шайбу за Салават. Как прокомментируете этот гол? Ну, там партнеры, конечно, все сделали. Осталось только попасть по шайбе. Поэтому ребятам спасибо за такие моменты, которые они создают. И ну, здорово. Хотелось очень забить. Слава богу, немножко так груз с плеч подупал. Ну, дебютный гол забит. Сейчас проще будет? Как-то в психологическом плане? Ну, в психологическом будет точно проще. Но еще работа не початый край, поэтому... Все впереди еще. Можно говорить о том, что вы уже влились в коллектив, что понимаете, так, как надо действовать? Ну, то, что понимаю, то, что делать на поле, другой вопрос, могу ли я пока все это исполнить, и то, что просят. Поэтому это самое главное. Поэтому еще опять, как я сказал, еще работа не початый край. Все впереди, и буду дальше работать, стараться.